Все за вами. Ничего, друзья, не угрожает уже этим малышам. Хорошие. Вот на поводке вас водить нельзя, потому что вы будете нервничать. А так вас вы разбежитесь по всему парку. Это да. Троих. Скажи, только по одному, конечно, было бы... Такое стадо, но все кривое, да? Ай, такое стадо. Хорошее. Но спокойно посидеть пока еще не могут. Нет. Скажи, мы всю ночь вас ждали. Что там? Мы учились открывать уже, да? Ай! Люди спрашивают, Олег Алексеевич, не намечается ли каких-то поездок? Все у нас намечается, но наперед анонсировать ничего. Ничего не будем, это да. Его пока не приблизишь. Да. То есть все равно люди смотрят и обращаются. Ой, ты большой какой. Ой, большой, скажи всем привет. Оба, а тот все открывает. Вот так. Ну все, куча мала. Шерхан, тебя не хватает. Твоя левая коленка. Друзья, такую пирамиду Хеопса вы точно не видели. Вот оно счастье. Директора зоопарка. Директора и создателя зоопарка. Настоящее счастье. Вот одно дело, когда у тебя там, вот, да, ну у нас же очень много львят, и они там здоровые, да, ну какое счастье, когда ты из больных видишь потом, что они становятся такими крепкими малышами. Хорошие. Каждый из них приобрел в парке Тайга друга себе, ну представьте, они были бы поодиночке опять, кто-то в Мелитополе, кто-то Захар или где-то Донецкий был, да? Даже как бы не относились хорошо к Шерхану, люди там, где он жил, но он все равно был бы без себе подобных. Ай, такой хорош. Тебе нравится играться? Да? Скажи, мне нравится кусаться. Тебе нравится кусаться? Ой, такой хороший пузечка наша. Такое красивое наше пузечко. Олег Алексеевич, вот мы последний раз разговаривали и говорили, что в парку Львов есть вакансии на работу. Завалили директора, все, напали. Осада. Что значит, друзья, львицы, охотницы? Они львы. Вот. Пытается. Звонят ли люди и есть ли еще вакансии? Люди и кто-то обязательно приедет. Да, мы по-прежнему воспитываем новых сотрудников, которые будут ухаживать за животными, которые будут нужны, которые любят работу в подобных парках. Конечно, эта работа не подразумевает, дорогие друзья, вот то, что делаю я. Это работа по уходу, по носу, кормлению, уборке. Да. Животных. Вот. То есть, чтобы люди понимали, что они не будут вот так сидеть и тетехаться со львами. Нет, это мы показываем подписчикам, это мои какие-то представительские функции, скажем так, да. Вот, да. Я не говорю, что вообще с животными нельзя общаться, сотрудники парка, безусловно, они общаются, и это есть. Но работа в зоопарке – это физическая работа. И когда мне пишут юристы, фармацевты, косметологи, которые резко хотят поменять свою жизнь, ребята, ну, не так все просто, вот. Здесь физическая работа, иногда и с тачкой, иногда и с ведрами, и да. И когда мы говорим, что по уходу за животными, это не значит, что с ними играться, это значит, что... Слушаю,
их чистотой вольера, закормлением. Вот, и территории, говорит, каких животных я буду обслуживать, разных животных. Мы всему научим, все покажем. И проходится специальная подготовка, в течение месяца, когда мы все всем рассказываем. Плюс к тому же, друзья, скажу от себя, Олег Алексеевич этот месяц наблюдает за сотрудником, и он уже по огромному опыту понимает, где этот сотрудник может пригодиться, на каком, то есть кто-то, конечно, шустрее, конечно. Кто-то медленнее. Способности, кто-то птиц очень любит, кто-то млекопитающих любит, кто-то к слонам неровно дышит, у всех есть, кто-то медведи и так далее, у всех есть такая возможность. Вот. Как это сделать? Это писать на электронную почту, писать лично вам. Почту, друзья, вот можно мне звонить на телефон плюс 79 78 845 99 98. Мой телефон не является проблемой. Я отвечу на любые ваши вопросы, но лучше вечером. У меня больше времени вечером, и я тогда могу ночью, вечером не спеша вам ответить на все интересующие вас вопросы. Друзья, я вам хочу сказать, что тоже, вот у нас директор уникальный, он на весь, значит, мир только что сказал свой телефон, абсолютно открыто, и он действительно, я часто рядом, он действительно сам берет трубку, отвечает, но... Мой телефон не меняется уже много-много десятков лет, во всяком случае, российский уже много лет, который есть, вот, поэтому... Ну, хейтер просто не звонит со своими этими самыми идиотскими предложениями по хессонскому языку тоже. В банк пойдете, как говорится. А по существу, если у вас есть конкретный вопрос, и он срочный, или касается вашего приезда в парк, пожалуйста, звоните, набирайте. Не всегда могу ответить, но дозвоните. Да, друзья, да. Не надо звонить директору и спрашивать, а как там Симбочка, а да, как там... Благодарность. Да, и, ну, жалейте его время, да, потому что он очень-очень занят. О, все, открыл. Так что, друзья, приезжайте, сейчас зима, нужно работать, и весна, нужны сотрудники будут везде. Приезжайте, звоните. Да, и кассиры, и в кафе, и уборщики, садовники. Вот садовник наш женился и уехал, к сожалению. Да. Поэтому садовник нужен. У нас три пары сложились, три пары разъехались. Друзья, приехали девочки, вот точно так же мы приехали девочки, молоденькие, хорошенькие. Да. Ну, они хорошие девочки, вот, но по разным причинам они не прошли испытательный период. Папа! Ой! Были очень медлительные, скажем так, но как люди, они прекрасные. Вот я рад, что мы в Тайгане нашли свое счастье. Правда, увели у нас трех мужиков. Вот. И получается, что минус 6 работников. Да, минус 6 работников сразу. Но зато мальчишки наши, которые там не были женаты, теперь... Ты же меня поцарапаешь. Включая садовника нашего замечательного Виталика. Виталий, да. Лучший садовник был Виталий. Мы по нем скучаем, Виталий, если, а я знаю, что ты все смотришь, мы скучаем, но желаем счастья. Поэтому приезжайте, друзья, может быть, и вы встретите свою судьбу в парке Львов Тайган. Так что у нас не только вот так львята. Что? Шо, Шихан, ты недоволен, что сосады играются, да? Ты хороший. У него голос. Доктор Василий приедет, он вас не узнает. Никого. Такие вы большие. Красавцы.